названа цена экологического ущерба от российских свалок, ликвидация экологического ущерба и рекультивация всех свалок в России обойдется более чем в триллион рублей, сообщает ТАСС. Для сравнения, столько же суммарно заложено в государственный бюджет на 2018 год на образование и здравоохранение. Цифру в триллион рублей озвучил спецпредставитель президента по вопросам природоохраны, деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время интервью телеканалу «Россия-24». Если мы возьмем все свалки России легальные и нелегальные, а нелегальных больше, то у нас на рекультивацию и ликвидацию экологического ущерба абсолютно полную уйдет больше триллиона рублей, отметил Иванов. По его словам, на рекультивацию всего одного полигона потребуется не один год. Рекультивировать полигон полностью, такой, как Кучина, который по распоряжению президента был закрыт, на это уйдет несколько лет и около 6 миллиардов рублей, добавил он. Согласно планам Министерства природных ресурсов и экологии, в 2018 году начнется реализация 26 проектов по ликвидации накопленного экологического вреда. Речь, в частности, идет о свалке «Черная дыра» в Нижегородской области, подмосковных полигонах Кучина, Быково, Каширский, Электростыль, Калининградских и Чебоксарских полигонах ДБО. На это из федерального бюджета выделено 2,7 миллиарда рублей. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.